Ну, Владислав Юрьевич Сурков, без сомнения, был талантливый человек, по оценке некоторых людей. Изменится ли поле? Ну, без сомнения, он имел большое влияние, потому что сам и придумал эту концепцию суверенной демократии, так называемой вертикали власти. Но я не думаю, что система без него пропадет куда-то. Сначала мне задавали этот вопрос, когда его сняли с заместителя главы президентской администрации, что изменится. Ничего не изменилось. Сейчас его сняли еще куда-то, наверняка он там будет советником или консультантом, а не будет даже, все равно там достойная плеяда функционеров, я думаю, накопилась, которая будет продолжать пытаться делать эту стабильность и все держать под контролем. Это подтверждает вот даже тому, что все националистические организации, несмотря на то, что объявлена свобода регистрации партии, не были зарегистрированы. Ни «Новая сила», ни «Национал-демократическая партия», ни одна.